Новое производство наладили на Хабаровском заводе строительной керамики. В городе будут выпускать облицовочный кирпич, который очень востребован на строительстве многоэтажных домов. Планы по производству таких кирпичей технологи прорабатывали последние лет 5. И только сейчас нашли идеальную рецептуру. Репортаж Данила Маевского. Чтобы превратиться в кирпичи, глиняным заготовкам необходимо попасть в специальную печь, где под действием высоких температур они приобретут конечный вид. От времени пребывания в сушильном аппарате и будет зависеть, что получится в итоге. Если это лицевой кирпич, то нужно сушить при мягком режиме и чуть больше, то есть 90-96 часов. Если это рядовой кирпич, то 62 часа вполне хватает. Да, будут посечки, да, будут какие-то небольшие трещины. Все в рамках ГОСТа. Выпуск облицовочного кирпича без трещин на заводе строительной керамики стал возможен благодаря специальному сушильному оборудованию, на покупку и монтаж которого предприятию потребовалось 200 миллионов рублей. Открыть собственное производство облицовочного кирпича завод пытался целых 5 лет, но рабочие никак не могли добиться хорошего качества. Технологи винили в этом местную глину и искали необычный рецепт. Разгадку нашли в правильной температуре. В Хабаровском крае, в Хабаровске потребность в лицевом кирпиче была всегда. Единственное, все зависит, весь спрос зависит от рынка, от строящегося жилья. Поэтому сейчас пик активности строительства, конечно, снизился. С наладкой нового оборудования на заводе планируют выпускать до 2,5 миллионов облицовочных кирпичей в месяц. Могут и больше, но пока в этом нет необходимости. Строительство в Хабаровском крае сократилось отчасти из-за зимних холодов. С приходом тепла потребность в новом кирпиче должна возрасти, при том, что нуждаются в нем и другие регионы Дальнего Востока. Данил Маевский, телеканал «Губерния».